Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Оля Найденова, и с вами Арканум ТВ. Я в потрясающем месте. Я нахожусь в Абхазии. Это Черниговка, это водопады. Здесь действительно уникальная, удивительная природа, которая раскрывает твой потенциал. И именно здесь, из этого места, я хотела вам записать заметку для того, чтобы вы научились сдвигаться по воде. Это очень странное название — сдвигаться по воде. Что это, как это едят, зачем это нужно? Но мы, на самом деле, каждый человек в своей жизни сдвигаемся по воде. Когда вы думаете о прошлом, анализируете, вспоминаете какое-то событие, либо концентрируетесь на каком-то человеке, с которым вы утром или в обед общались, вы сдвигаетесь по воде, это означает прошлое. У нас есть 4 стихии. Это вода, огонь, воздух, земля. И именно благодаря воде вы сонастраиваетесь со своей интуицией, тонко чувствуете, ощущаете и можете сдвинуться по воде для того, чтобы проанализировать какое-то событие в своей жизни и забрать оттуда силу и энергию. Я вам хочу рассказать простой метод перепросмотра, как можно в течение дня забрать себе силу и энергию в свое настоящее. Более того, перепросмотр – это удивительная техника древних толтеков, магов древности. Они помогают, эти практики помогают человеку сосредоточиться на себе, вспомнить свое начало, свой день, как он начинался, увидеть, куда вы двигали свое внимание, куда расходовались ваши мысли, куда двигалось ваше намерение, сосредоточиться на том, что вы видели, потому что ибо ваше внимание сосредоточено, значит, там ваше внимание, значит, там ваша энергия. Вы утром встали, тапочки на себя надели и пошли. Значит, на тапочках ваше внимание, на тапочках энергия. Вы взяли телефон, на телефоне ваша энергия, на телефоне ваше внимание. Вы сосредоточились, к примеру, на человеке, значит, вы ему отдали килограмм энергии, килограмм внимания. Что вы делаете в перепросмотре? Когда вы ложитесь спать, вы садитесь на кончик кровати перед сном и начинаете вспоминать события сегодняшнего дня. Как вы встали, какие были мысли, какие ощущения, какие состояния. Вы настраиваетесь, с закрытыми глазами делаете некий стоп-кадр того пространства. К примеру, вы мыли посуду и думали о чем-то. И вы делаете вдох-выдох, вдох-выдох. Очищающим дыханием вы возвращаете себе свои волокна, свою энергию, свое внимание, свои нити. И эти ваши волокна, нити, они вытесняют то, что вы нацепляли от человека, о котором думали, от событий и от разных процессов происходящего дня. Как это происходит? Обязательно мы добавляем поворот головы. То есть вы вечером домой приходите и понимаете, что очень много израсходовали энергии. Вы садитесь на кровать, закрываете глаза, делаете некий стоп-кадр, с чего ваш день начался, поворачиваете голову направо, справа налево, вдох, выдох. Вдох, выдох. При этом, при всем, вы вспоминаете. Так, сегодня я ехал за рулем. К примеру, какая-то была неприятная ситуация. Стоп-кадр. И вы как бы в том кадре находитесь. Вы делаете вдох. И как бы забираете свои нити, свое внимание, свои тоненькие концентрацию со всех объектов, процессов, со всего пространства, где вы находились, вы как будто бы счищаете, вы как будто бы пылесосом впитываете свою силу с этого мгновения себе обратно. Когда вы делаете выдох, то ваша энергия распределяется по вашему кокону, по вашей биоэнергетике, возвращаются эти нити, возвращается ваша сила к вам, и она вытесняет то, что вы зацепили. А вы, когда ругаетесь с человеком, вы как бы с него цепляете негативную энергию, очень долго держите ее, прям внутри себя начинаете вращать. Вот когда вы делаете вдох, выдох и возвращаете всю силу, мощь себе обратно, то ваша сильная энергия, ваш потенциал, ваш свет внутренний, он вытесняет все негативное, что вы зацепили от других людей. Это простая техника, практика. Она помогает вам сдвигаться по воде, но в первую очередь более качественно, глубоко, сосредоточенно на себе. Вы действительно очень грамотно анализируете сегодняшний день и понимаете, где вы наломали дров, где вы накосячили, а где действительно люди ошибались, а где действительно истина во всем этом. Это удивительная практика. Лучше этой практики ничего нет на данный момент. Во-первых, она очень яркий анализ внутри вас держит. Это сосредоточенность. А чем ярче и мощнее ваше внимание, сосредоточенность, тем быстрее в любые отрезки времени вы заходите и забираете всю силу себе обратно, здесь и сейчас. Утром встаете, солнышко светит, речка течет, вам хочется все делать, у вас огромное количество
вдохновения, счастья, радости. И перепросмотр поменял мою жизнь, тысячи моих студентов в лучшую сторону. И просто люди каждый день пишут о том, что спасибо, Оль, за технику. Она меняет меня в лучшую сторону. Я каждый день ее делаю, я просто кайфую. Энергии огромное количество. Я сама кайфую, потому что я сама делаю и сама практикую, являюсь практиком. И это большое мое достояние, как эзотерика, как человека, который смотрит в суть, вглубь вещей, для того, чтобы почувствовать силу и поймать знания. И я проведу вас по этим знаниям. Обязательно присоединяйтесь на мой крутейший курс, который называется «Глубокий перепросмотр». Лучше этого курса пока на данный момент я ничего не знаю. Как бы быстро и легко работать со своими воспоминаниями и действительно исцелять себя ими. Поэтому, друзья мои, обязательно присоединяйтесь. Обожаю вас!